Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте мы выполним упражнение номер 41 на странице 16 рабочей тетради по математике для второго класса, автором Аром. Восстанови пропущенные цифры, чтобы получились верные решения. 2 плюс 6 равно 8, а 3 плюс 4 равно 7. 32 плюс 46 равно 78. 4 минус 2 равно 2, 6 минус 1 равно 5. 64 минус 12 равно 52. 8 минус 2 равно 6, и 8 минус 4 равно 4. 88 минус 42 равно 46. 9 минус 5 равно 4, и 6 минус 3 равно 3. 69 минус 35 равно 34. 14, 2 плюс 6 равно 8, и 4 плюс 5 равно 9, 42 плюс 56 равно 98. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.